Прокомментировал Назар Холодницкий также ситуацию вокруг нардепа от радикальной партии Андрея Лозового и его коллеги из Народного фронта Евгения Дейдея. Их подозревают в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов. По словам главы САП, антикоррупционеры убеждены, что есть все основания для лишения этих нардепов неприкосновенности. І ми типу до нього готові направляти і в будь-який час. Докази для надання згоди Верховної Ради ми вважаємо є достатньо. Ми допрацюємо лише ті моменти стилістичні, які нам вказали Генпрокуратура в останній момент. Напомню, в незаконном обогащении подозревают и однопартийца Лозового, лидера радикальной партии Олега Ляшко. Причина – необъяснимо роскошная жизнь этого политика. Недавно стало известно, что главный радикал приобрел недвижимость на имя гражданской жены, не владея бизнесом. Супружеская чета прикупила особняк площадью в 550 квадратов в элитном поселке под Киевом. Эксперты утверждают, что дом в этом месте тянет на 15 миллионов гривен. А сейчас Ляшко затеял еще и шикарный ремонт в своем имении. На вопрос, откуда деньги, Ляшко не отвечает, и теперь это предмет расследования НАБУ. А вот коллеги по парламенту, в частности Надежда Савченко, убеждены, что и Ляшко, и его однопартийцы приторговывают голосами.